Владимир Григорьевич Куприянов, кавалер ордена Ленина, старший газовщик Череповецкого металлургического завода. Вся его трудовая жизнь связана с работой у коксовых печей. Новую коксогазовую печь обычно доводят до режима 2 месяца. Эту печь, батарею номер 9, бригада Владимира Григорьевича вывела на заданную мощность на неделю раньше. Свои социалистические обязательства дать за год сверх плана 36 тысяч тонн кокса череповчане выполнили уже 16 июля, ко дню металлурга. Череповецкий кокс отправляется во многие города Советского Союза, Чехословакии, ГДР, Вьетнама, Финляндии и других странах.